Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, давай посмотрим на почте, что у нас тут за наградушки. Отлично, спасибо большое. Ну, как всегда, сегодня будем открывать новых персонажей. Да, долго не было серии, потому что, ну, были один, второй персонаж потом появился. Ну, сегодня их будет три. Поэтому, как говорится, грех не снять серию. Так, дай-ка я тут все заберу, что у нас есть. Окей. Ну и, наверное, можно уже идти и открывать, да? Поехали. И первым, кто у нас будет, ребята, это убийца пауков. Вербовка всего лишь 1000 нам обходится. Кстати, у меня с деньгами большущие проблемы. Слушай, две звезды есть и также неоткрытых три красных. Так, убийца пауков. Ну что у нас тут? Первое это бей пили. Наносит основной цели 15% проникающего урона и проводит две бонусные атаки, которые наносят 15% проникающего урона. Накладывает на непризванного союзника из зловещей шестерки с наибольшим уроном, у которого нет усиления атаки и усиления атаки. То есть у кого нет усиления атаки, он ставит усиление атаки, понятно. И бластер газетчика. Наносит всем врагам 100% проникающего урона. Если среди врагов есть персонажи из паучьей вселенной, вместо этого наносит им 150 проникающего урона. От этой атаки нельзя уклониться. Слушай, ну круто. Круто, ребятушки, что я могу сказать. Это Джей Джона Джеймсон. Покидает кабинет, чтобы взять под контроль роботизированного убийцу пауков и меняет жесткие журналистические расследования на драки с юркими врагами. Ну, насколько я помню, ребята, он бросается в расследование против Человека-паука. Это как бы его основная цель, он его хочет разоблачить и наказать. Знаешь, кого мне напоминает, из какой игры? Помнишь, есть игра про... Живая сталь. Вот там типа таких же роботов, ребят, выступает. Ну, правда, конечно же, там никакого монитора нету, иначе ему давным-давно бы его разбили. Но что-то вот схожесть какая-то есть. Так, ладно, ребята, второй персонаж это у нас Тигра. Вербовка обходится в 20 тысяч. Так, герой мир био-протектор. Это еще и протектор, оказывается. Из новых Мстителей. Защитница кошачьего народа Тигра свирепо оберегает союзников и кромсает врагов острыми, как бритва, когтями. Кстати, таких персонажей в игре очень много, которые именно в ближний бой, именно когтями. Это взять даже Росомаха, это можно взять Когтистого. В общем, таких персонажей дофигище. Очень много. Так что не знаю, чем эта барышня будет лучше остальных. Три красные звезды. И у нее восхождение плюс охота на дичь. Две способности пока открыты у нас. Первая. Это наносит основной цели 90% проникающего урона. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 40% проникающего урона. Контратаки прерывает цепочку атак. Понятно. Так, охота на дичь. Наносит основной цели 90% проникающего урона. Также атакует до 4 ближайших целей, нанося 70% проникающего урона. Может возвращаться к уже пораженным целям. Так, дает один заряд у ворота, максимально 5. И дает один заряд провокации, максимально 3. Ну, правильно, она протектор, ей так и должно быть. Эту атаку нельзя заблокировать во время войны. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Тоже неплохо. Ну что, и последний это, друзья мои, Корк. Каменный чувак, что ли, какой-то. Он тоже протектор, как ни странно. Герой космос, био, протектор, забвение. Конечно, штаны у него, ё-моё. Вот смотри, если он каменный, вот скажи мне одно, нафига он одетый, как какой-то, я не знаю, северный йотун. То есть меховые гетры на плечи. Пастух какой-то, ё-моё. Плюс у него нарукавники кожаные. Зачем, если он каменный? Корк — каменный друг Тора, который усиливает оборону союзников из команды забвения и призывает их на помощь во время разрушительных атак. Друг Тора. Три звезды, друзья мои, каменная поступь и сакарский выстрел. Давай почитаем, посмотрим. Так, ну тут все просто, наносит основную цель 80% урона. Это каменная поступь, а вот это сакарский выстрел.
наносит основной цели и ближайшим 100% урона. Если среди союзников есть новая или не менее двух персонажей из команды забвения, эта атака наносит каждой цели еще 60% проникающего урона. Так, но этот персонаж для войны. Во время войны снижает шкалу скорости основной и ближайших целей на 5%. Этой атаки невозможно избежать. То есть, ну, невозможно уклониться, насколько понимаю. Ну что же, неплохо. Так, что у нас тут дает? Призывает 2-3 зеркальных изображения, дает... Ага, у ворот. Ну давай прока... Да, с деньгами проблем, ребят, я вам говорил. Все растранжирил. Ну, давай мы тогда с тобой, наверное, сейчас у нас сферы должны быть. На деньги, вот они. Вот они, ребята, сферочки. 7 штук. Надеюсь, сейчас мы немножко бабла-то поднимем с вами. Буду открывать по одной. Так, вероятнее шанс получить бонус какой-нибудь. Так, ну уже лямчик есть. О, лям, ребята. 2.21, отлично, шикарно. Прекрасно. Так, у нас еще какие-то тут 4 сферы. Давай посмотрим, что это за... А, это у нас сферы элементов. Так. Кейн тоже получает 1 миллион из золотой сферы. Здесь у нас что? Сферы со снаряжением. Открываем сразу десятку. Даже не будем там рассматривать, что мы получили, потому что нет смысла. Тут 11, поехали. Так, подтвердить. Угу. И вот тут еще у нас есть 13. Поехали. Подтвердить. Еще 9. Сфера рейда альфа. Проходи рейды альфа и заработай. Угу. Я не знаю, ребят, давай посмотрим, что тут у нас. Тут персонажи выпадают, да? Ага. Так, хорошо. Эй, ночная сиделка. Да, ну какой-то фуфло, ребят, выпадает, если честно. Ниндзя руки. Понятно. Улей. Или Рой, Рой, какой улей, ё-моё. Так, кристалл. Да что ты будешь-то, второй же выпадает. И последний. Ну, так себе, ребят. Так себе награда, если честно. Так, давай-ка мы здесь. Так, я прокачиваю Фила Уэлл. Надо, конечно, Колин Квинт тоже еще как бы подсуетиться. Так, здесь у нас... Что мне надо, друзья мои? Ну, мне дофига, если честно говоря, что надо. Возьму йо-йо. Так, двадцатка, это будет 103. 103 маловато, конечно. Здорово, есть возможность перейти выше в клан. Чего? Так, плащ не хочу. Киллмонджера, что ли, взять? Ну, давай возьмем киллмонджера, будем его прокачивать. Здесь все кисло, да? Так, что у нас тут? Вот тигру я приобрел. В принципе, сегодня я ее и открыл. Тор, война бесконечности, 2500. Ну, как бы нужен он мне, по идее-то. Потому что, ребята, этот персонаж у меня не открыт. Будем на него тогда еще подкапливать потихоньку. И все, получается, да? А, вот тут 2000, но 2000 это вам... А, можно вот. Сив. Сколько там? Двадцатка. То есть мы... Да. Мы повышаем ей ранг. Так, мне нужно X. Девочку вот эту тоже докачать. Как-то со временем. Ну что ж, давай... Подожди-ка секунду.
Зеркальное, блин, ну стоит ли? Стоит ли тратиться мне? Или лучше магический заряд? Сто тысяч. А тут 225, ладно, давай. Максимально, да, прокачал. Так, я хотел что сделать? Если не ошибаюсь, тут нужно будет... Да, нереально пока это все сделать мне. Семьдесят девятый. И опять я уйду в минус, да, по баблу, ребята. Ладно, давай мы тогда посмотрим, кто тут у нас персонажи. Ага, вот Сив. Новый ранг. Нормально, 6 звезд. Так, 10. Подожди, это у нас 3 уровня, да? Это значит 10 шансов блока, 10 к силе блока. И дает 25% сопротивления. Прокачаем. Плюс ее можно, конечно, до 69-го. Пока воздержусь. Так, железный кулак. Давай тоже повышаем ему ранг. 5 звезд, да? Прекрасно. Так, здесь нет смысла пока еще этого делать. Единственное, что тренинг можно, конечно, ему влепить. Я вот только думаю о другом. Мне кого лучше прокачать? Его? Вообще, если у нас по захватчикам, смотри внимательно. Сейчас покажу тебе. Мне нужны захватчики для события, верно? Вот, смотри внимательно. 70 уровня, да, но 58 тысяч мощей. У этого 26 тысяч мощей. Блин. Даже не знаю. Этого лучше или этого лучше прокачать все-таки? Если посмотреть, что он делает. Восстанавливает персонажа всем захваченным здоровье. То есть это как медик идет. В начале хода этого персонажа или любого союзника захватит, восстанавливает им... Слушай, может быть этого все-таки взять? Он как хил, не хил? Ну что-то такое идет у него. Что-то хорошее, я тебе так скажу. Как бы он будет лучше, мне кажется, чем Баки Барнс. Хотя так тоже разделять их. Этот лучше, этот хуже. Они все хороши. Наверное, все-таки его прокачаю, ребят. Наверное, я все-таки его прокачаю. Давай здесь тоже воткнем. Так, здесь 3 и там 3. Ну, попробуем найти. Может быть, нам получится выудить на автопобеде. Ага. Объединяем. Конечно, хотелось бы и здесь, чтобы... Но тут, наверное... Черт с ним, давай. Прекрасно. Объединить и повысить. Так, 10 к максимальному здоровью плюс боеготовность. Хорошо. Но тогда мне придется в поединке убирать кого-то. И это, наверное, будет все-таки Union Jack. Блин, какой, как у них мало мощей, ребята. Уровень офигенный, а мощей вообще по мизеру. Понимаешь? Это, опять же, ребята, шмотки.
все решают шмотки. Всего два. Офигеть, сотку забомбил и всего две получил. Зашибись, здорово просто. Тут вообще не получил. Тут двое, ну, блин. Вот так вот. Двенадцать тысяч, блин, я не знаю, ребята, ну это нереально вытянуть. Это вытянуть. Я все равно на событии получу по полной программе звездюлей. При появлении дает 7 союзников 2 заряда защиты от смерти. Давай. Так, а у тебя что? Дерзкий напарник. Накладывает ослабление атаки на 2 хода. По основной цели дополнительным целям. 50% проникающего по основной цели и дополнительным целям. Ну, вот это будет лучше, наверное. А какой ему нужен уровень-то? Семьдесят второй. А, ну два уровня еще надо поднимать ему. Еще два уровня ему нужно поднимать. Да блин, из-за мощей все, ребята. Все из-за мощей. Я не могу там пройти, потому что, ну слабаки мы. Просто слабаки. Я пытаюсь, конечно, подкачать, но... Тяжело получается. Очень много денег на это все надо. А с деньгами тут, как видишь, вообще проблемы капитальные у меня. Просто, просто засада. Вот надо было что делать. Поднимать ему ранг. И все было бы у нас хорошо. Нет, я бы лучше бы, если честно, пустельгу бы прокачал бы до 7 красной звезды. Это вообще был бы топчик. Потому что она офигенная, ребят. Я думаю, со мной многие согласятся, что пустельга, ну, в своем, естественно, сборке, я имею в виду, в сборке Пегаса, она хороша. Ну, опять же, сборка Пегаса. У меня из нее прокачан только пустельга, более-менее у нас железный человек. Так себе, прокачан средний. Ястреб этот еще не открыт у меня. Как вот темный ястреб там, или как его звать-то, я уже забыл. Но он еще не открыт. Там не хватает-то совсем чуть-чуть. Сейчас покажу. Вот у меня железный человек, Тони Старка, ну, 75 уровня. Ну, 90, ну, почти сотка, грубо говоря, без 5 там тысяч. А если смотреть... Ну, вот сейчас вот лучше так, наверное, сделать Пегас. Чем искать-то их... Так, нелюди, опутывание, вот, Пегас. Не хватает всего лишь три. Три, ребята, блин, три карточки не хватает, чтобы его открыть. Ну и видишь, железное сердце отстает. Надо ее тоже прокачивать. По идее-то. И тогда вот, если вот эта вся сборка будет, я думаю, что будет нормально. Хотя тут в основном акцент идет, ребята, вот у нас. Вот эти вот два персонажа в боевке, блин, везде. Везде их суют. Просто везде. Чё, куда ни сунься, они везде, блин. Так, красный страж. Понятно. Ну хотя бы по десятке дали уже. Что-то. Давай свое синее снаряжение. Так, что выпадет? Ну, нормально. Да я не знаю, вот стоит ли мне сейчас опять идти пытаться. Состязание 3 началось.
У меня, по-моему, персонажей нету, ребят. Ну да. Нету, некем мне играть здесь. В войне. Так, у нас опять же повысилось кое-что, да? Давай-ка мы, наверное, посмотрим. Так, пустелька тебе. Да тут дофига не хватает ей. Очень много не хватает. Давай посмотрим, кого мы можем. Гамору. Гамору, кстати, тоже, ребята, немножко осталось до фулки. То есть до максималки. Дальше уже пойдет дело по прокачке. Так, мне надо кого? Псайлок, по-моему, прокачивать нужно. А, конечно. Уже дело поиски, да, получается? Делал уже поиски. Вот этот Икарис, ребят. Везде его суют, блин. Икарис и его подружку эту, как он там? Как ее звать-то? Ты понял, они вдвоем. Бомбят, блин. Ну тут нифига, смотри, наносит на цели 220 урона и снимает защиту от смерти. Дает 5000 дополнительной концентрации. Это так, это пипец просто. Ну, очень, конечно, крутой. Серси, по-моему, да, у него подружка там. Да, Серси. Вот их вдвоем качаешь и... Они там люто начинают отжигать. Ну, давай попробуем, я не знаю. Да в... Ни черта у меня не получится, ребят. Просто, блин, ни хренашечки не получается у меня здесь. Да пропускаем мы это все. Вот единственное, что, ну если я уберу его. Я не знаю. Размолачивают только шорох здесь. Понимаешь? Хоть они захватчики-перехватчики, но их... Да иди ты. Ну, первым ударом, конечно, будет общее. Вообще ничего не сделал, прикинь. Зверь. Вот эту вот швабру надо, конечно, валить. Ну что это называется, урон? Вообще ничего не наносит. Поехали. Очнулась? Нет, еще. Сейчас звезданет своей танцевальной волной. Сюда. Ну и еще
кружится, вертится, а толку-то, блин? У кого там здоровья уже мало, я не пойму. Тварь, блин, как она меня бесит со своими массовыми атаками. Достала швабра, блин. Куда стреляет, блин, вообще? Урона практически не наносит. Ну неужели, блин, завалил одну швабру? Попал чувак на контратаку, да? Ну давай попробуем. Запрет на лечение у нее, да, стоит? Даже добить не смог, даже добить ее не смог. На, грохнул наконец-то на ее. Кровотечение повесил. Добей ты этого... Наконец-то. Так, осталась у нас танцовщица. Так, ребятушки, на 3 звезды. Да-да. Скорее прошерсти их базу данных. Мы ищем 2 мутантов. Одного зовут Зловещий, а 2-го Апокалипсис. По-моему, все целые. Стоило, ребята, чуть-чуть подкачать, чуть-чуть. И все, и пошло дело в гору. Но... не знаю. Блин, тут этот шершень, блин. Киллмонджер этот. Давай попробуем. Замечательно, Зловещий и Апокалипсис — два величайших генетика на планете, объединив результаты их работ в области мутации и генетики. С нашими мозгами, ящер, мы сможем придумать окончательное решение нашей паучьей проблемы. Зловещий находится в Антарктиде? Ну, что-то типа того. А, мы еще можем вот этого брать, но он у нас не парк. Слушай, так а смысл его брать? Я не знаю, вот этот вот... Давай поменяем местами. Пускай он стоит сзади лучше. Поехали. Но тут сложнее. Тут, ребята, пимтех команда. Сложновато, конечно, будет мне с ними драться. Ну, на 3 звезды. Гоблин, я ненавижу холод. Тут у них страж. Киллмонджер мне, конечно, раздражает, если честно. Они в невидимости. Я вот не помню, вот если мы с тобой делаем, они выходят из невидимости или... Короче, давай проверим. Да, они выходят из невидимости. Их тут 10 будет. Ну, хотя бы минус черная вдова, уже прекрасно. А у этого, смотри, блин. Если я сейчас потрачу... Блин, надо тратить.
Красный страж, ты охренел, что ли, тут? Кого лучше вот этого, наверное, убрать, да? Так, давай регенерацию повесим. Мне нравится, что тут дополнительный персонаж появляется. Так, стражники. Есть. Киллмонджер. Ну давай киллмонджер попробуем. А что тут надо? Накладывает на основную цель ослабление атаки, наносит... Ага. Готовность. Вообще ни о чем, блин. Вот то, что мне нравится, что он два раза теперь делает отражение. Сейчас. Не сейчас еще прибудет, да, команда? Я думал, сейчас уже прибудет. Так, мы сделаем, значит, уничтожаем этого. О, пимтех уже появился. Все, ребят. Сейчас, блин, начнется. Заблокировал, заблокировал, задолбал уже блокирует-то, парень. Ну, красавчик. Ну, массовая, пошла. О, кровотечение навешали. Вот этот шершень, блин, бесявый. Так, а я могу? Могу Белову убрать отсюда. Фига, три раза бомбит. Ну, естественно, есть. Блин. На. Тихо, тихо, тихо. Никого не уронил у меня там. Ну, вот это хорошо, да, что они друг друга дополняют. Это прям, блин, шикарно, ребят. Давай. И вот она осталась, одна швабра здесь. Ненавижу, взрыв сейчас будет. А-а-а. Промахнулся ты, парень. Правильно, на нее замедление, понижение, атаки. Так, давай шкалу заполним. По-моему, ей крышка. Друзья мои, это что, джунгли? Кажется, это дикая земля, я слышал о ней. Судя по координатам людей, X-лаборатория зловещего расположена в сердце этих земель. Е, ребята, на три звезды, твою ж налево, прогресс пошел. Так, интересно, на следующий уровень я смогу пройти на три звезды? Мне кажется, вряд ли. Вот эти швабры, ребята, ну это что-то какая-то вообще имба. Я не знаю, они бросают какой-то метеорит и просто выносят меня. Да, я вспомнил, ребята, именно из-за этой. Из-за мороза в душной джунгли. Какое странное место. Не время осматривать достопримечательности, нужно найти лабораторию мутантов. Система оповещения не соврала, у нас гости. У нас, блин, гости. А если я возьму Баки Барнса вместо вот этого? Блин, он дает хоть какой-то хил, ребята, понимаете? Он идет как медик. Он стрелок вообще никудышный. Но у них вот эта вот синергия, что начинает бомбить все, палить по одной цели, идет в плюс. Ну вот эти вот швабры меня, конечно, сейчас, ребят, вот, вот они. Блин, они очень жесткие. Просто лютые какие-то.
вообще ничего не повесил, блин. Вообще не повесил никакой этой. А, тут еще и циклопы, твою налево. Вот, вот, смотри, вот. Офигеть! Гадины взяли того уничтожить. Блин, вот циклопы, а. Да ты посмотри, просто без остановки шпарят. О, вот про этот удар, ребят, я говорил. Это пипец. Просто, еще третий залп и... Да. Офигеть. Надо хотя бы одну убрать отсюда. Двоих. Все, фьюри крышка, ребят, да? Жесткие, конечно, типки вот эти вот. Ну посмотри, ё-моё, все, хана. Вот эти вот швабры практически разнесли мою команду всю. Сколько их? Должно быть, это клоны. Но почему только этих двоих? Ну тут вообще какой-то нереал, ребята. Столько циклопов на воле. Пипец. Нет, это... Этот мне еще пока не дастся. Это нужно как минимум, чтобы у моих всех персонажей было 60 тысяч мощей. Тогда, может быть, да, еще справимся. Но когда это будет прокачано, уже событие закончится. Оно закончится через 4 дня. А так, ну хотя бы 2 вышел в плюс, ребята. То есть, ну, на 3 звезды я имею в виду. Кстати, можно бонусы здесь пособирать. Так, у меня еще есть одна фишка, ребят, вот здесь вот. Становился я на джубили 70, твою налево, они мне тут... Тут сложно мне будет пройти. У меня здесь что-то должно быть. Где-то я не прошел на 3 звезды, ребят. Надо это исправить, вот. По данным разведки, Киллмонджер, которого мы ищем, является королем Ваканды во всем мире и владеет какими-то крутыми магическими штучками. Если вы хотите найти внепространственного супермагического короля Ваканды, который не хочет, чтобы его нашли, вам нужны 3 вещи. Детектор вибраниума, заклинание поиски магии и мультивселенский сканер, которому их нужно подключить. Итак, одна есть, осталось 2. Точно. Убираем отсюда вот этого парня. И поехали. Почему я убрал этого, как его, Джекс? Джекс? Потому что, ребята, его здесь разваливают. Я сейчас занят, Фьюри, уходи. Боюсь, не могу. Мне нужна вещь под названием поисковый свиток Соломона. И ходят слухи, что они у тебя есть. Если думаешь, что ты и эти простые смертные сможете забрать его у меня, то, пожалуйста, пробуйте. А что пробовать-то? Сейчас мы тебя разнесем табло, да и все. И пробовать нечего. Так, Икар, ты запарил. Еще это со своим дробовиком тут. Ох, сейчас только... Вот дайте только мне сейчас сделать ход и... Да куда ты лезешь, швабра? Так, минус Икарис. Уже хорошо. Фига, это кто такая, блин?
Эльза Блус. А чё так шмаляет-то? Как чеканутая просто. Как будто у нее не винтовка, а автомат, блин. Ноба, ну ты-то куда лезешь, блин, а? Твои на время, блин, ослабление повесили. Ну? Да у них шансов здесь нет, ребята, выиграть меня. Кто это-то еще? А что это морда? Это костюм у него такой, что ли, новый? Отдай свиток сейчас же, или я начну. Ты опоздал, Фьюри. Моргана Ли Фэй забрала его. Это все усложняет. Понял. Ну вот, мы справили, ребят, на 3 звезды. Ну, ничего нам не дали, к сожалению. Да здесь вообще очень редко дают тебе повышение звезды, если честно, ребят. Я вот, например, уже сколько тут пытаюсь получить вот этого вот, хотя бы на 5 звезд. А мне же 5 звезд нужно, ну-ка, подожди секунду. Сейчас я гляну, где он у меня. Да, мне нужна 5-я звезда. И вот я тут пыхчу, 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 и у меня все, ребят, не получается заработать ее. 4, 3, да? Ну, давай попробуем еще разок. Нет, ну вот просто нет и все. Большой, большой и редкий шанс, ребят, что тебе выпадет это. Давай откроем, посмотрим, что там тут. Дубликат на Магнета. Так, ребят, ну вроде бы все, да? Вроде бы все мы сегодня сделали, отыграли. Больше я ничего здесь не смогу сделать пока. События, этапы. Ну, налет есть только. Быстренько пробежать. Ну как, не пробежать, а просто бомбануть. Ради 15. Ну, 21 дали. Пускай будет 21. Вот. Эпические кампании уже пройдены. Космические испытания — это все фигня. Война альянсов я уже отыграл. Получается, что да, все. Единственное, что нам остается, только энергию получать и, соответственно, ее тратить. А, мы еще, кстати, вон. У нас же еще есть энергия. Сейчас я на кого-нибудь спущу. Ну, может быть, Хэллу поискать? Давай Хэллу, наверное, поищем. Ага. Просто. Просто балалайка. Офигеть. Ни одной не дали. 70 потратил, ни одной не дали. Обалдеть. Так, Джек, у тебя что тут? Ну, давай. Улучшим. Это дает 5 шанс крит удара и 10% к урону крит удара. То есть шанс крита и сила крита повышается. Нет, это мне не надо. Уровень, ребята, уровень постольку, поскольку здесь нам дает какую-то, знаешь, там здоровье, все. Это все фигня. Дает все-таки именно шмот. То есть категория шмота. Чем она круче, тем прибавка существеннее идет. На уровень это так себе. Второстепенные, так скажем. Все зависит от шмоток. Чем круче шмотки, тем, соответственно, больше ты и наносишь урона, и выдерживаешь урон. Ну все, друзья мои, на сегодня закругляюсь. Подожди, сейчас здесь заберем. На сегодня закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.